упустил. Ну, блядь, я дам шанс. Я дам шанс, дали за это видео 250 рублей. Сигма Крипер вместе с Сигма Свинкой шли по полю. Пили-пили на себя алмазы по приколу. Блядь, сука, легенда, братан. Сука, как же выдал. Гартен оф Банбан и удивительного цифрового цирка. Привет, я страшный скибиди туалет. Успей поставить лайк за 3 секунды и подписаться на этот канал, чтобы я не пришел к тебе в гости. 1, 2, 3. Посмотрите, это же Кейн, и он пропускает этих персонажей из этой игры Гартен оф Банбан, да. Но нас, кажется, он не захочет пропускать, да, мы для него чужие. И как же мы туда проникнем, в этот проклятый лабиринт? Ага, нубики из Роблокса что-то придумали. Посмотрите, они спускаются... То есть мне все-таки надо развивать канал Клейкрафт, я правильно понимаю? По этому канату вниз, что же они будут делать? Ага, смотри, братан, я сейчас надену эту маску Плакси, он подумает, что я свой и пропустит. Вот это я овны. Свой! Кто такие? Это не свой! Ой! Нет! О, посмотрите, он его превратил в шар из удивительного цифрового цирка, и этот шар съел его же друга, капец. Да, Андрей, Сво. Как туда попасть? Бен, какие идеи? О, посмотри, это же толстый Стив, он прыгает в лодку, включает просто вентилятор. Рычаг. Бля, не, слушайте, в этом что-то есть. Это не просто хуйня полная. Тут что-то есть, блядь. Но это тут дух Клейкрафта, но прям поставленный на профессиональные рельсы. И полетел по этой ледяной горке. Он, кажется, сейчас попадет в этот огромный лабиринт. Да, посмотрите, он перехитрил Кейна. И Бен, подожди, я тоже хочу полетать на этой лодке. Давайте переключаем рычаг и полетели. Мы сейчас залетим в этот лабиринт. Все, разгоняемся, отлично. Вот так тебе, Кейн, гнусный, мы тебя обхитрили. Опа, мы попали в лабиринт. Туда, в этот... Какой-то горилла из Банбана. Блять! Нужно прятаться, Бен, прячемся, прячемся. Лодка на него случайно попала. Блин, куда бы спрятаться? Давай здесь спрячемся. Ой, толстый Стив, аккуратно. Ой-ой-ой. Блять, чё нахуй? Я не понимаю, блять. Замесил, нет. О, давайте дернем рычаг. Ха-ха, я включу этот вентилятор, и он полетел. Жесть, он куда-то улетает просто. Почему мне начинает нравиться, сука? Чё это за хуйня, блядь, полная? Хорошо, мы его раздурили. Ой-ой-ой, это лобстер какой-то. Валим, Бен, скорее. Давай-давай, закрывай. Бен, скорее отходи. Он сейчас будет карабкаться. Он же умеет карабкаться по стенам. Аккуратно, кажется, нам конец. Что мы будем делать, Бен? Он сейчас нас просто схавает. Опа, приехал какой-то крутой парень на свои тачки. Этот парень... Бу-бу-бу, блядь. Крут, у него есть своя крутая машина. Ему совсем не страшно здесь ездить. Будка, будка, я тоже хочу такую крутую машину. Бен, я знаю, где мы можем получить... Почему Бен грузин? ...получить машину и покруче. В бесплатной игре про Россию, где ты можешь быть кем угодно. Рабочим, доставщиком Яндекс.Еды, полицейским, военным и даже бандитом. Но будь аккуратен, ведь полицейские будут мешать твоим темным... Блять, что тут происходит, нахуй? Заработав деньги, ты можешь купить себе машину, как барвиха, а не водка, тот... Погоди, Бен, а как ты научился говорить? Бен. Ну ладно, неважно. О, посмотри, это же Помни, она добрый персонаж, ее надо срочно освободить. Помни. Да, она нас не трогает, мы ее спасли. Отлично, Бен, можем идти дальше, проходить лабиринт. О, это же Джекс, посмотри, он тут просто сидит, это плюшевая игрушка. Ой, ой, Кейн, Кейн его проклял, посмотри, Кейн проклял. Чё, нет, черное проклятие. Джекса, и он стал каким-то проклятым, страшным, убегаем, он за нами идет, быстрее, Бен, прячемся в шкаф, Помни, прячься тоже. А Помни, Помни. Понимаешь, что он проклятый, посмотрите. Бля. Джекс берет, Помни, и что он делает? Открывает крышку гроба туда и просто кладет, и посмотрите, он ее кидает просто в могилу, он ее закапывает, да, просто жесть, он устроил ей тут проклятие настоящее. Ой, тихо, аккуратно, лишь бы он нас не заметил. Охренеть, нахуй. Вроде бы он ушел, Бен. Да, посмотри, он ушел. Да, можем вылазить. Давай раскопаем срочно, поможем. Помни снова, да, второй раз спасем. Раскапываем. Сука, я его фанат. И посмотри, что... Блядь, ну обычно детский контент, но он у нас какой-то бредовый. И типа думаешь, нахуй, чё, блядь? А тут вы заметили то, что оно-то все еще и как-то прописано. Он в руки берет, челу на голову, лодка наделась, потом рычаг там нажался. Мне именно с точки зрения механик очень прям даже реально интересно.
что он сделал с ней? Он ее просто заколотил. Заживо, блин, давай тогда вот так нажмем на эту кнопочку, может это поможет. Да, посмотрим. Блять. Это что такое? Бэт, давай. Бля, не, ну это реально уровень Клейкрафта, именно намешать вот полной хуйни намешать, вот прям чтобы пиздец. Блять, отсюда. Это качественно сделано, он как будто любит свою работу. Она проклятая, посмотри, валим нафиг. Ой-ой-ой, быстрее проваливаем, она бежит за мной, тут так темно, Бен, быстрее беги. Ой. Блять, ну у того же Владуса она просто бы ровно бы бежала, типа, и у нее голова в текстурах была. Здесь сделали пригнутую форму какую-то, блять, что-то ползет. Бегаем срочно, ё-моё, оп, все, закрылись, отлично. Она пытается выбраться, но люк ей мешает. Вот это да, Бен. Фуф, ну и пронес. Ой, что? Блять. Бля, его заметили, еще вот это отлетело. Именно сюда упало. Нихуя, он же все это. Она выбила в блокбастере, все это прорабатывает. Люк, посмотри, там еще король идет. Он обычно, он не проклятый. Король, ой, это Нап-Нап, бежим. Это проклятый Нап-Нап. Смотрите, какой-то черный. А здесь. Вот тут вот какие-то пилы. Испытания. Ой, Нап-Нап сбила. Ой, там, помни, она бежит за мной. Срочно проходим эти ловушки. Она, о, я мной прошел, фуф, она меня не догнала. Так, оп, ее прибил. Бля. Отлично сработало, что с королем? Посмотрите, ой, он кидается чем-то, смотрите, он кинул. Блять, сперма. Паутину, Бен, я тебе помогу. Он там идет, давай быстрее. Блять, не, ну это охуеть, это же реально охуеть. Я убираю эту паутину, все отлично. Смотрите, он ползает по стене, надо срочно бежать, Бен, бежим. Ой-ой-ой, надо бежать вот сюда, паркур. Давай мы его пройдем, все, это было легко. Бегаем, он тоже умеет проходить. О, здорово, ребята, вы добрые, это да? Кто такие, нахуй, вообще? Они добрые, смотрите, они мне алмазик подарили. Вот это, конечно, гениально. Ой-ой, это кто такой вообще? Вот такое лицо у него. Стой, не нажимай, мы свои, зачем ты это делаешь? Стой! Ой, ты своих придавил? Бля. Вот ты тупой, конечно. Они злые на него за то, что он своих придавил. Бля, жми быстрее! Это же король, давайте нажмем на эту кнопку. Все, мы его придавили, этого короля-паука проклятого. Отлично, мы прошли это испытание. Давайте сюда зайдем. О, здорово, Шрек. И говорящий Том. Я слышу какой-то странный звук. Это же клоун из цифрового цирка. Посмотрите, он раздавил этого челика из Банбана. Блин, надо уворачиваться. Еще один. Ой, он тоже раздавил. Посмотрите, трое, четверо. Что за ужас происходит? Надо от всех уворачиваться. Такое, да, супер крутое испытание. Ой, говорящего Тома намотало на камень. Посмотрите, он просто на нем катается. Что за жесть происходит? Уворачивайся, Шрек, аккуратно, ё-моё. Что происходит? Нет. Шрека тоже намотала. Ух, чуть на меня не раздавило. Бен, что будем делать? Как отсюда покинуть это место? Увернулись. Отлично, Бен. Придумай чего-нибудь, как мы. Бен, что-то придумал, посмотрите. Он открыл какой-то потайной проход. Отлично, Бен. Фуф, мы прошли это суперсложное испытание. Посмотри, Бен, там какая-то дверь огромная. Куда же она ведет? Это очень даже интересно. Давай попробуем туда постучаться. Так, никто не открывает, надо как-то открыть. Тут нужен ключ. Посмотри, вон и ключ, да. Но там какой-то плачущий челик стоит из цифрового цирка. Ой. Откуда эта музыка, блядь? Что за хуйня, нахуй? А, я понял, пока он плачет, надо идти. Если он заметит, что мы двигаемся, нам конец. Все, отлично, Бен, валим. Ой, он заметил, что мы двигаемся, кажется, нам конец. Бен, скорее открывай эту дверь. Быстрее, Бен! Отпирай ключи, давай. Уходим, быстрее. Проваливаем. Фуф, вроде он там остался. А нет, он идет сюда. О, здорово, Анжела и Нубик. Они оттуда пришли, с того края лабиринта. О, посмотрите, здесь происходит какая-то любовь, какой-то романтический вечер. Они какой-то тортик едят, но Нубик берет. Просто зачем ты забрал торт, Нубик? Тупый. Все, они плачут. О, прилетает Кейн, посмотрите. Кейн недоволен тоже. И что он делает? Он колдует, смотрите, он превратил этого Банбана просто в проклятого какого-то. Ой, Нубик испугался, посмотрите. Бам, раздавило просто. Кейн улетел, и кажется, нам тоже нужно отсюда улетать скорее. Скорее, Бен, сюда, в эту сторону. О, посмотри, здесь же танк какой-то. Да, в него можно запрыгнуть. Давай, Бен, попробуй в него запрыгнуть. Да, заводи его и поехали. Давай, разбирайся.
этим Бан-Баном. Отлично, он его насадил на пушку и сейчас... Блять, сука! Как же это сильно, ребят, я реально поражаюсь. Мне реально прям... Здесь знаете, что интересно? Знаете, вот бывают игры, где вроде сюжета нет, но тебе всегда интересно, какой будет следующий уровень. Вот какой будет, что будет дальше. Вот в головоломках, там, Cut the Rope, там, такая тема. Вот это вот, тут каждая секунда просто ждешь. Это же реальное искусство. Это вот доведено до идеала, мне кажется. Все выточено. Просто топово. Во-первых, практически одним дублем снято. Я замечаю паттерны, типа, именно, которые байтят, должны байтить школьника, на, типа, первоклассника, блядь, на просмотр этого видео. Ну вот интересно, зачем тут, ну, тут реклама GTA какого-то, типа, GTA подобного мобилки. Вот это странная хуйня. Она сюда не ложится реально. Типа, ну, вряд ли им нужна такая аудитория. Сейчас он будет им стрелять, только не в меня, пожалуйста. Стену, бам! Отлично его размалявило. И смотри, мы... Лего Майнкрафт! Мы открыли какой-то потайной проход, где секретная комната. Лего, человечек, Стив и Хэнк. Ой, а вон проклятая Бан-Балина. Ее тоже Кейн проклял, походу, вместе с этим Бан-Баном. Лего, человечек застраивается, но кажется, она... сейчас пробьет эту... Типичный центр от соседей. Стенку из лего-кирпичей. Надо срочно прятаться в этой локации. Давайте придумаем место. Давай пойдем вот сюда, залезем под кровать. Отлично, все, мы залезли под кровать. Здесь мы спрячемся. Ой, смотрите, она идет искать нас. Ага, лего-человечек спрятался в котле, а Хэнк спрятался в сундуке. Смотрите, она его не заметила. Видим... Она настолько глупая, это Бан-Балина. Что она делает? Она строит какой-то тотем. Посмотрите, я, кажется, знаю, кто это. Кукла из цифрового цирка. И посмотрите, она делает ее проклятой. Да. Посмотрите, кем она стала. Просто кукла прогоняет Бан-Балину. Да, посмотрите, кажется, кукла думает, что она слишком слабая. Блять, я серьезно, я в ахуе. Я посмотрел 8 минут. Ощущение, что я посмотрел час. Поэтому кукла будет на свой нюх искать. Ой-ой-ой, она кажется... Кого... Бля, я не знаю, как вам показать. У меня мурашки. Я сейчас испытываю культурный шок. Вот реально, я серьезно, блядь. Кто учуяла, посмотрите, она нашла лего-человечка. И она просто его сварила в котле, и он превратился в скелета. Жесть, кукла жесткая, конечно. Она еще учуяла Хэнка, посмотрите. Она открывает сундук и кидает ему динамит туда. И взрывает этот сундук. О, мой гад, Поко. Кажется, она сейчас еще и нас учует. Только не мы, только не мы. Ё-моё, как она нас испугала. О, приехали какие-то челики и просто сбили. Блять, почему у них не написано здесь ничего? На машине. Ага, это миньоны. Машину, конечно, они развалили, но спасибо им. Они нас спасли, очень сильно выручили. Давайте туда пойдем, надо найти выход из лабиринта, скорее отсюда. Ага, смотрите, и здесь говорящая Белла во льду. Бен хочет ее спасти, да, он же влюблен в нее. А там какой-то монстр пытается пробраться. Это же монстр из Garden of Bun-Bun. Бен придумал идею, он берет кирки. Да, я думаю, мы откопаем с помощью кирок ее. Так, так, так. Не, не получается, Бен. Блин, Бен. Блять, он плачет. Доволен. Ну, давайте как-то попытаемся по-другому. Бен, еще есть идея. Какая? Ага, он берет ведро с лавой. И посмотрите, он ее пьет. Что? И растапливает просто этот лед. Это гениально, Бен. Что, все, блядь? Все, ты спас свою любимую говорящую Беллу. И она ему благодарна. Все, отлично, любовь произошла. Но к нам пробирается монстр, что мы будем делать? Посмотрите, он стучится там в эту решетку, стучится, что будем делать? Ребята, надо срочно убегать. Что? Пушкой будем пробивать, да? Пушкой? Отлично. Пушкой пробьем стену. Ой, что происходит? Он взялся эту клетку просто и сейчас будет нас малявить. Бен пробивает с помощью динамита стену. Он размалявил миньона. Здесь вообще какой-то динозавр. , пушил миньона. Фух. Сука, тут экшена больше, чем в фильмах Марвел, нахуй. И чем в Форсаже, блядь. Меня. Повезло, повезло. Уходим туда, нет, подождите, вот же выход, вот же, уходим. Мы выбрались из лабиринта, ура, это победа. Ой, это охуеть. Подожди, подожди, сейчас я его... Сука, еще второй раз мурашки, второй раз, блядь. То есть подбить, на, получай, Кейн, получай, на, отлично. Он выронил свое копье, посмотри, вот это вот штуку, которой колдовать можно. Стой, Белла, не колдуй его копьем. Ой,
О-оу. Бля. Что за... Стоп, что? Супер. Просто супер. Блять. Копай, говорящий Бен. О, вы... Блять, как же это гениально. Вы прикиньте, еще в чем прикол этого лабиринта? В том, что, ну, ты каждый раз, типа, за каждым углом может быть что-то разное. Просто ты идешь, и ты можешь наснимать кучу разных дублей, и это сразу много серий будет. Вот, потому что ты вот за угол лабиринта повернул, там, ну, там склейки вот есть. Это же можно так спамить, бля. Он там в начале игры не очень объявлял то, что он будет эту пикапить девчонку. О, подождите, во-первых, смотрите. Очень странно. Канал вроде, да? Такой серьезный, на нем только 8 видео. И он 4 месяца, 3 месяца... Потом забил. Вудка. Блять, жалко, жалко. Охуеть, блять. Тут еще и просмотры просто ебнутся. Охуеть. Сука, это что-то... Я думал, ну, мне когда скинули, я вот так просто открыл превьюшку, но я сразу понял, что я скипну это видео. То есть оно у меня было открыто вот так. Я сразу понял, что это будет проскипано нахуй за секунды, блядь. Пиздец. Так. Верхушка.